Привет всем, с вами Антон 99 и Пирог, и сейчас мы будем проходить карту приключения двух геологов. Да, да. Все сейчас. Ну, эта карта полностью английскому, английское правило. Не ломать, не ставить блоки, не играть с монстрами, то есть играть на мирном. Так, поставь сложность мирная, Кира. Так, да. И еще. Не выходить за пределы карты. Так, ну бери один комплект брони и один стак факелов. Ну, я давай книгу читаю. Читаю, что в книге. Так, привет, меня зовут Барт. Я и мой друг ищет 9 лет. Как, ну, я тут вообще не понятно. Дай почитаю. На. Не очень понятно там. Всем привет, меня зовут Барт. Я и мой друг ищем 9 лет в сокровище Мауа во время поисков. Сегодня ночью мы нашли сокровище. Подберите их. Че, погнали? Погнали сейчас, подожди, я паука замочу. Все, погнали. Это чем там по-английскому? 5? Да. Mm-hmm. Так, все, пошли. Ну, это типа такая сокровищница. Как я понял. Блин. Типа надо наверх забраться, ну и там погонять по ней. А мирная, Антон, это вообще монстры не лезут, да? Не, лезут, но не так сильно. О! Так, ну что, дошли? Это дверь закрыта. Да. Так. Найдите секрет этой секрет, двери. Ну-ка, да. Я побегаю вокруг него-ка. Я тоже. Опа, поцеловались. Так. А, вот кнопка есть. Заходи. О. Давай, зашел. Угу. А как мне теперь? Обожди. А, все, она открылась. Так. Так, первый и второй. Давай ты в единицу, а я... А, тут угадывать надо, да? И чё, угадал? Ага, дали зелье, моментальный урон. Так, а чё дальше? Блин, факел выбыл. А, все, моментальный урон. Это типа, Кира, нам не туда надо было прыгать. Нам надо во вторую было прыгать. Сейчас я тебе тпшну. Все, нам надо во вторую, короче. Все, и пошли. Так, ну тут лабиринт не очень такой сложный. Угу. С первого взгляда. Какой-то убитый лабиринтик. Ну да. Ну мы его пройдем быстро с Антоном. Мы ведь профессионалы. Так, я нашел сундук, в нем. Скорость, на тебе. Тут два зелья скорости было, на тебе одно. Только сейчас не выпивай, но нам может пригодиться потом. Да нафиг она мне сейчас создалась еще. Так. Блин. Си. Ну хотя да, такой лабиринчик-то не... Ты что сделал-то? Не знаю, что. Взял креатив, включил. Что, ты думаешь, я не вижу, что ли? Нет. Ага. Я без креатива так-то. Ага. Где? Все ты в креативе. Кира, выключай. Да я без креатива, ты что? Нет. Ты в креативе. Я без креатива. Вот теперь, да? Теперь, да. А что, видел, как я летал? Блин, там, Кира, ты... вообще-то у меня прописывается все. Если что. Блин, что-то я не могу найти выход просто. Не, что-то да, такой лабиринтик, что-то. Мудрёный, больно. О, я сейчас здесь найду по-любому выход. Есть был. Да блин. Есть был.
Не ебу. Тут, по-моему, вообще нигде выхода нет. Сейчас сделаем. Выход тебе. Ой, взял в креатив опять включил. Слышь. Что? А здесь, оказывается, вниз надо пробраться. Как? Да, здесь вниз проход, короче. Сейчас найду. Кира, ты да... Да все, вылазим наверх, погнали искать. Конечно, это не то вообще. Давай сверху ищи. Сейчас. Извините за такое читерство, но... Что-то тут, по-моему, вообще нет прохода. Такой тупейший лабиринт, мне кажется. То есть ты предлагаешь мне искать сверху... Вот, я нашел. ТП? Сейчас. Пирог. Все. О, давай поедим. Все, креатив. И поспим, поспим, поспим. У тебя все, нет креатива? Да, я выключил. Угу. Так, все, давай спать. У меня монстры рядом, пишет. Так. Смотри. Опять тут лабиринт, Кир. Да этот-то мы быстро уж прогоним. Ну да. После того-то. О, я сундук нашел. В нем зелье скорости двойное и зелье восстановления. Ой-ё. Так, здесь стол зачарования. Ой, я этого... О, стол зачарования, норма. Только зачем он нам? Ай, блин. Тоже валят? Ну. Нам, походу, короче, в этот, в лаву, в эту. Где? Там, в начало иди в самое. О, во, проход какой-то. Да, ну я здесь был, тут смотри, как... А, вот оно. Нет. Сейчас подожди, подожди, Антон. Видишь, Антон, не метелься перед глазами. Проход-то там, только видишь, что? А! Тут надо поршни как-то задвинуть, походу. Вот это факт. Я знаю, что здесь надо делать. Блин, у меня вещи не сохранились. Сейчас. Подожди, не забирай вещи мои. Да-да-да, все, иди. Все, ты подобрал. Все, я взял. Я прошел. Ну, я тоже прохожу потихоньку. Короче, Кира, я сейчас. ТП-шь на тебя и все. ТП меня, да. А, подожди, Антон, подожди, не ТП-шь. Ну, уже ТП-шь. Ой, стеклянный лабиринт, да. Тут карта, в суть ее, блин, из лабиринта. Походу. Отлично. Еще и крипер. Еще и неосвещенные лабиринты какие-то. Стеклянный лабиринт — это самое мудное. Вот оно тут. Еще и дверь сейчас надо открывать, да? Ну вообще замечательно. Блин, надо было там рычаг, наверное, взять. Да? Освети здесь все, я пролезу. Мудная мапа вообще, ребят. Не, что там, никаких подсказок? Не. Чё, умники, блин. Да вообще что-то как-то... Ну, сейчас. Карта тупо вот уже неинтересна. Тут одни лабиринты эти, блин. Не, почему довольно интересно. А у тебя рычага нет, случайно? А. Да я сейчас приду, Антон. Тут поди по лабиринту. Вон там сундук есть, Кира. Тут сундук и в нем рычаг. Сейчас, подожди, не ТП-шай меня. Сейчас я сам пройду, попробую. Ты ж прошел правильно. Угу. Все, я дальше пошел. В принципе, у меня тоже рычаг уже так, есть. Ты. Это картина Unsurpassed. Потрясающий, походу. Так, бумага.
Да блин, лаги. Так. О, сундук. Там был какой-то сундук. Картины вообще. Блин, и чё загадки тут опять какие-то? Да. Это эти картины загадки или чё? Короче, ломай картины, друг. Типа да, короче, ломайте, ребята, картины на этой карте. О, смотри, смотри. О, да. О, смотри. Все, пошли. А ты где? Ой, блин, я сдох. А подожди, где? Кира, подожди, я к тебе, ты флешнусь. А ты где, Антон? Ща, я сдох. Не, а куда ты прыгнул? А, так вот. Где? Вот, проход. Фу, не проработан довольно. Да. Так, что там написано? Ты? Твой френд. О, нет. Так, твой друг. О, нет. Здесь типа довольно много мобов. Да, это вот вообще автор. Наверх. Паркур. Нет. Ой, откуда он заспавнился? Здесь крипер откуда-то взялся. Блин. О, блин. Че тут паркур? Фиг знает куда. Мне, блин, не паркур хоть пройти, блин. А, мне бы хоть от монстров сейчас спастись, Антон. Я паркур-то, конечно, не знаю, как пройти, но предполагаю, как запаркуривать. А-а-а! Они повсюду, Антоша! Они повсюду, Антон! Так. Все, я сейчас потихоньку пройду уже этот паркур. Все, я от них ушел. Свалил от них аккуратно. О, блин! Здесь еще и распрыг, да? Да. Здесь вообще что-то такое. Че я не люблю Майнкрафт, так это его распрыг. Да. Самое противное, когда, блин, знаешь, тоже в контре иногда бывает. Прыгаешь. О! Фу. Я себе тоже здесь по вкусу нашел такой. Так, ты. Это пробовали. Так, какая-то система, короче, такая. Провальная система. Не та система. Или что? Ну, допустим, я сейчас. О, здесь сундук Эндера есть. Прикинь, здесь зомбаки так отжигают. Жжет. Ой, фак, тут паутина это. Я здесь пытаюсь. Ну проходи, ну. Кто? Да тут. Тут и что-то. Что-то, по-моему, это не то что-то. Ну, блин. Я почти весь этот. Ну, по прыжкам, по прыгунчику прошел. Фак, тут скелет меня мочит. А я в паутине застрял. А я это почти по прыгунчику прошел и упал сейчас. Не, это не то, походу. Блин. Это еле-ей-богу. Тут, походу, видишь, короче, паркур надо проходить, и он может оказаться, что это не тот. Так, ну, я вообще не люблю паркур, поэтому... У меня нет даже желания проходить его. О, слышь, а я здесь... Меня убили, ТП-шни меня к себе, Антон. Сейчас, подожди, я в креативе летаю. Да? Угу, так. Ну то, что туда это... Уже ежу, понятно. Подожди. Тоже чё, креативчик, я... да? Да блин, я ненавижу эти паркуры, бро. Ну. Ты здесь был? Да, так... Написано, что это не та система какая-то. Из системы спровольте?
Ну, провальд, видишь, это по-любому не то. Так. Или это типа через паутину надо вот так вот фигачить долго очень. Ты чё, мам, чё-то там это? Через какую паутину? Да тут это... Песок душ. Там что-то монстры спавнится, да. Во, вот, во, здесь где-то. Ух ты, полетал я. Пусто, чисто здесь. Так. О, слышь. Вот оно, все, я нашел. Да, я тоже нашел. Немного закреативился. Антон, ты где? Да вот, блин, Кира. Кира, ну, куда ты? Вот. Ну, о, ништяк. Креативчик, отрубай. Сейчас. Чё там это? Так, все. Так, и чё теперь? Так, о, фак. Так, мне кажется, надо по деревьям забраться как-то наверх. Да. Что я, собственно, и сделал. А, там вон проход есть, погнали за мной. Где? А вот где я сейчас, видишь? О, да здесь не... Уё. Здесь, короче, раздатчики медлительности и отравления какое-то. Тихо. Вот как надо. Ладно. Фак. Ой, Антон, надо было все зелья из раздатчиков, как я, забрать. А ты сейчас где, на спавне, да? Нет. Так, подожди. Пирог. А, вот ты что делаешь. Я все зелья забрал. Умный человек прошел. Угу. Зелья отца забрал. Ох, давай помогай здесь. Бери там алмазы и вот меч я взял. Да блин, Антон, ты этих помоги мне замочить. Ладно, я пока тоже возьму меч. Алмазы с золотом. Ты взял, да, все, что тебе? Да, слушай, это не конец карты. Ну-ка, отойди. Это очень эпик, это что-то. Эпично. Да, это очень. И что дальше? Все, конец карты. Не, так написал бы автор. Он, видишь, по-английски не шипит. Ой, по-русски не шипелит вообще. Так это английский автор, Кира. А что, в Англии в Майнкрафт шипелится? Конечно. Ну, не, тип... да по-любому это не конец карты. О, да, конец это. Да он бы написал. Все, Антон. Антон прописал креативку и давай рушить здесь все. Так что, какое, почему это не хотя конец? Хотя да, можно, может, да, все. Все, карта пройдена. Спасибо за просмотр. Да, спасибо за просмотр. С вами был Пирог и Антоша. С вами был Пирог и Антон. Подожди, Кира, я Антон 99. Подписывайтесь на новые видео.